Доброе утро – это не только приветствие, но и название упражнения. Упражнение «Доброе утро» с выпрямлением рук. Исходное положение стоя, ноги на ширине плеч, колени находятся в легком сгибании, мышцы живота и ягодицы в тонусе. Соблюдаем осевое вытяжение, макушкой тянемся вверх, подбородком слегка к груди, плечи расправлены. Руки убираем за голову, ладони устанавливаем на затылке. На вдохе делаем наклон корпуса вниз, до параллели с полом, уходим тазом назад. Выпрямляем руки вперед по направлению корпуса, затем ладони возвращаем в исходное положение, то есть на затылок, и разгибаемся в тазобедренном суставе. Выполняем 6-8 наклонов. У этого упражнения сложилась не очень хорошая репутация. Дело в том, что некоторые атлеты считают, что неправильная форма наклона может навредить спине. Это правда или миф? На самом деле наклон здесь самый обычный. Это скорее пошло из тренажерного зала, потому что если мы работаем с допотягощением, нагрузка действительно может быть на поясницу чрезмерная, если мышцы живота слабые. В данном упражнении мы разбираем это собственным весом, поэтому оно безопасно и эффективно. Чтобы себе не навредить, на что обратить внимание? Обратить внимание на положение спины. Мы не должны сгибаться чрезмерно в поясничном регионе. Добавляйте это упражнение в свою утреннюю зарядку. И пусть каждое утро у вас будет добрым!